Нередко певица Риана пытается привлечь к себе пристальное внимание общественности и удивить народ. И, как правило, ей всегда это удается. Например, на днях она отмочила такое, что на всю жизнь запомнит один из ее фанатов, оказавшийся на концерте в Антверпене. Нет, с парнем все в порядке, ему завидует чуть ли не вся мужская часть населения Земли. Еще бы, не каждый день всемирно известная певица танцует для тебя приватный танец. В отличие от незнающих границ приличия Рири, Мэрилин Мэнсон проявил в какой-то мере светлую сторону своей темной личности. С тех пор, как он внес дочку Майкла Джексона Пэрис в список почетных гостей, у них завязалась дружба. Вот только незадача – родня девочки не хочет пускать ее на шоу рокера. Это и подтолкнуло Пэрис свести счеты с жизнью. Мэнсон решил весьма своеобразно поддержать ее. На концерте в Лос-Анджелесе он посвятил ей песню и сделал вид, будто собирается порезать запястье. Жутко, но может быть, хоть как-то приободрит суицидально настроенное дитя Майкла Джексона.